реконструкции физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Кингисеппе. Два года назад жители просили его отремонтировать. Он находился в аварийном состоянии. Фактически от старого ФОКа осталось только остов. Это четыре колонны. Фактически это новое здание. Сегодня уже мы увидели, как показательные выступления там были спортсменов. То есть все живое, все работает. Это здорово. Также мы сегодня посмотрим стадион. После реконструкции уже современный стадион и с хорошим газоном, и с трибунами, и самое главное, с теплыми раздевалками душевыми. Мы посмотрели также один из проблемных объектов, это строительство школы в поселке Пустомержье. Там идет отставание от графика, но строители заверили нас, что отставание от графика они в ближайшее время ликвидируют. Мы надеемся, что к новому учебному году школа заработает. А также посмотрели мы ситуацию, связанную с автовокзалом и железнодорожным вокзалом. Это вопрос, который поступал на прямую телефонную линию мне как губернатору. Действительно, людям не очень удобно, когда и железнодорожный вокзал, и автобусные находятся на окраине города. Ну, к железнодорожному вокзалу привыкли, потому что сама железная дорога находится на окраине. А, конечно, большинство жителей и района, и города привыкли, что автовокзал, именно автобусный автовокзал, находится гораздо в более удобном месте. Так получилось, что 4 года назад компания, которую, кстати, рекомендовала правительство Ленинградской области, один из бывших моих коллег, вице-губернаторов, который сегодня не работает, купила 4 или 5 автовокзалов не в очень хорошем состоянии по Ленинградской области, обещали все эти вокзалы привести в порядок, провести реновацию, реставрацию и так далее. Но, к сожалению, не везде компания это получилась, где-то в пригородных районах, в пригородных городах это получилось, но вот в Кингисеппе, к сожалению, не получилось. Сегодня компания не способна провести работу, мы это понимаем, мы провели переговоры. Я уже могу с уверенностью сказать, что в феврале сюда придет новый инвестор, и мы рассчитываем, что ровно через год, по крайней мере, к маю следующего года здесь, в Кингисеппе, будет уже современный автовокзал. Понятно, что придется помогать инвестору, потому что здесь необходимо решить ряд вопросов безопасности, ряд вопросов логистики, ряд технических вопросов, но думаю, что эта проблема будет решена. И с следующей недели наши специалисты будут проводить комплексную оценку, именно специалисты комитета управления по транспорту, именно оценку деятельности сегодняшнего автобусного предприятия, которое работает в Кингисеппе. Мы понимаем, что это частная компания, но мы договорились с руководством компании, что они дадут нам возможность сделать и технический аудит, и финансовый аудит компании, чтобы понять, способна ли компания выполнять те взятые на себя обязательства по перевозке пассажиров как внутри Кингисеппского района, так и за его пределами. Есть нарекания, хотя я посмотрел цифры, надо отдать должное, что за последние 5 лет финансовая ситуация улучшилась, когда компания выкупала муниципальный автобусный парк, были убытки более 30 миллионов рублей, сегодня убытков нет. Возраст автобусного парка был более 17 лет, сегодня в 2 раза возраст автобусов сокращен. Но, тем не менее, вопросы остаются и по количеству автобусов, и по качеству обслуживания, и по состоянию самих, и по качеству самих автобусов. Поэтому мы не рубим с плеча, потому что мы понимаем, что есть действующий контракт. И, кстати, нужно сказать, что очередь не выстроилась сегодня желающих прийти работать в Кингисепп. Да, мы ведем переговоры с рядом крупных компаний, но их больше всего интересуют междугородние перевозки, более выгодные, более рентабельные, более прибыльные. А мы хотели бы, чтобы здесь компания работала комплексно, то есть и обслуживала внутрирайонные перевозки, в том числе перевозки, связанные между городами Кингисепп и Сланцы, и перевозки междугородние, это перевозки на Санкт-Петербург. Если мы увидим, что у компании есть возможность выйти из сегодняшней ситуации, то есть мы не говорим, что она кризисная, еще раз говорю, компания работает без убытков, но если она может самостоятельно нарастить объемы, мы ей поможем это сделать. Сегодня мне сюда преподносит, слава Богу, вызов на родной земле, мне он абсолютно не страшен, я этого не боюсь, я с честью, с достоинством принимаю это предложение, уважаемый Александр Юрьевич, потому что многие здесь сидящие в зале знают, что я эту работу знаю, люблю, знаю за эти годы, 27 лет прожил в городе Кингисеппском районе и 12 лет отработал в муниципалитете, я знаю каждый куст, каждый квадратный метр и, наверное, за счет этого принесу пользу своей работой, своему родному району, родной Ленинградской области и, конечно, Российской Федерации. Поэтому для меня сегодня это честь.
Я с достоинством выполнил эту работу и рассчитываю, Александр Юрьевич, что не за горами мы будем подводить уже итоги и этой работы, которая сегодня именно имеет государственную важность на территории Кингисеппского района. Ни в одну территорию Российской Федерации не придет такой большой газ, не будет таких уникальных возможностей создать новые предприятия, чтобы Россия, все-таки, как говорит наш президент, не была страной, которая отправляет только сырье для развития промышленности других стран. Мы будем делать высококачественную современную продукцию, которая будет конкурировать на всех мировых рынках. Мне это под силу, я хочу это делать. Спасибо.